Все виноваты. Все виноваты. Вот кто-то на пресс-конференции летает, а кто-то сегодня в четвертьфинале играет. Каждому свое. Ну, как так получается? Все кругом виноваты, а? Есть такие водевили. Еще до гегемона. Да. Еще царских времен. Сборник вот такой. И там, значит, солдаты играют графьев, лордов и королей. Ну, по-солдатски. Поэтому слово «солдат» и «тренер» разница есть. Ничего не говорил, ничего не сделал. Вот и все. Вот классно, просто классно. Просто слушаешь, и уши вянут о том, как Михаил Зощенко отдыхает. Михаил Зощенко отдыхает просто. Да, как хорошо все начиналось. Приглашаем в Москву. И как плохо закончится. Вашу самодеятельность. Ну, конечно, поразительная подмена всего, чего можно подменить. Все лозунгами, агитбригадой. Везде в советское время партбилет еще показывали. И поэтому и говорили очень значимые слова. Да, с пафосом, со всем остальным. Да. Вот так. Вот такие у нас честь и достоинство. Вот такие. Высунь нос из норы, все хитры. Ох, хитры. Главное быть лояльным. Главное слушать приказы. Ну, ребят, я не знаю. Мы ж тоже в пространстве не безвоздушном живем. И капеллу слушали, не понимали иногда. И Гуса Хидинга уважали. И Лобановского я помню. Поэтому есть какие-то вещи, которые, ну, надо соизмерять. А то все вот непредвиденно, все случается, и все кругом как-то... Я ни разу не услышал, ребята, извините. Или так пробросываться. Да, я беру ответственность на себя. В чем ваша ответственность? И все, и ушел. И опять нету никакого. Что это такое? Еще вот это барское. Вы меня поправляете, вы там что-то записываете, все так. С чего? Сам. Сам и только сам. Верхи не могут, низы не могут. Собаки Павлова. В общем, ребята. Согласитесь, есть стратегия турнира использовать... с Бельгией, и чтобы никто не дожил, я извиняюсь, до Финляндии, ну, наверное, это тоже неправильно, потому что мы потеряли... Ничего не понял. Почти потеряли Жиркова. Хотел понять. Ничего не понял.